Мы сочли необходимым провести определенные исследования в этом направлении и обратили внимание на то, что на сегодняшний день недостаточно хорошо изучены молекулярные механизмы патогенеза отморожений. И поставили определенные задачи перед собой: разработать новые методы ранней диагностики степени отморожения, оптимизировать комплексное лечение данной категории больных. Всем хорошо известны системные эффекты озонотерапии. Это антигипоксантный эффект, детоксикационный, противовоспалительный, улучшение реологических свойств крови. И мы предположили, что данные эффекты будут необходимы в лечении больных с отморожениями. Целью нашего исследования явилось улучшение результатов лечения больных с локальной холодовой травмой за счет применения в комплексном лечении системной озонотерапии. Нами был проведен ретроспективный анализ по материалам 291 истории болезни пациентов, которые пострадали от действия низких температур. В основном больные поступали в позднем реактивном периоде, и в основном это были временно неработающие. Целью проведения иммуноферментного анализа мы определяли содержание маркеров эндотелиальной дисфункции. Это эндотелиальные молекулы адгезии тромбоцитов, селектины, ЕЛП, а также сосудистый эндотелиальный фактор роста. На базе немолекулярной медицины и патобиохимии производили выделение лимфоцитарной фракции и регистрировали блебинг плазматической мембраны лимфоцитов. Производили забор крови на 1, 5, 10 сутки после госпитализации, затем в течение 1 часа доставляли кровь в лабораторию, смешивали кровь с фосфатным буфером в соотношении 1 к 1, затем производили наслаивание крови с фосфатным буфером на лимфолайт и производили центрифугирование. Выделяли клеточное кольцо лимфоцитов, забирали из этой области лимфоциты и вновь производили центрифугирование. Затем наносили суспензию клеток на предметное стекло и фиксировали покровным стеклом. Вашему вниманию представлены интактные лимфоциты, как они выглядят при микроскопии, лимфоциты в состоянии начального блебинга и лимфоциты в состоянии терминального блебинга. Затем производили расчет показателя индекса блебинга лимфоцитов. По формуле представлено ниже. При поступлении больных в стационар в дореактивном периоде уровень селектинов CD62P, CD62E, CD62L в плазме крови в ранние периоды локальной холодовой травмы значительно повышался. Причем показатели были значительно выше в раннем реактивном периоде. И увеличение происходило в большей степени у селектина P. При исследовании индекса блебинга лимфоцитов также отмечалось его повышение в дореактивный период и в ранний реактивный период. Повышался также и уровень эндотелиальных молекул адгезии тромбоцитов. Объектом нашего исследования явились пациенты с локальной холодовой травмой. Степень отморожения была 2-4 в раннем дореактивном периоде и в раннем реактивном периоде. Всего было 80 больных, среди них мужчины и женщины в возрасте от 20 до 60 лет. Группу номер 1 составили 27 пациентов, они получали стандартное базисное лечение. Это введение адсорбированного столбнячного токсина, дезагреганты, антикоагулянты, спазмолитики. Им проводилась детоксикационная терапия, антибиотикотерапия. И по показаниям проводилось оперативное вмешательство. Вторую группу составили больные, получавшие стандартное базисное лечение и внутривенную озонотерапию. Раны обрабатывали озонированным маслом. Третью группу составили 27 больных, которые получали стандартное базисное лечение и большую аутогемотерапию с озоном. Четвертая группа являлась контрольной, это были практически здоровые люди. Озонирование физиологического раствора осуществляли на установке ВОТО 60.01. Большую аутогемотерапию проводили на установке Бозон, большая аутогемотерапия с использованием специальных пакетов. И обработку ран производили маслом Отри.
Также больным производили оценку состояния микроциркуляции с помощью лазерной доплеровской флуорометрии на установке БЛФ-21. При поступлении больных в стационар отмечался высокий уровень фактора фон Виллибранта, и на фоне проводимого лечения происходило его снижение. Причем в большей мере это было в третьей группе, где производилась большая аутогемотерапия. Исследовали уровень CD31. Также на фоне лечения озоном происходило его снижение. И причем результаты были значительно лучше, чем при традиционном лечении. Такая же динамика была и при исследовании уровня селектинов. Это CD62 и LP. Отмечалось их повышение. На фоне проводимого лечения уровень их снижался. Причем в большей степени это происходило, опять же, при лечении с помощью озона. Исследовали уровень индекса Блебинга лимфоцитов в динамике у пострадавших с отморожениями. Более эффективное лечение по отношению вот к этому индексу у нас было в третьей группе больных, где применялась большая аутогемотерапия. При лечении данной категории больных исследовали показатели системы гемостаза, это уровень тромбоцитов, время свертывания крови, протромбиновое время, АЧТВ, фибриноген. Данные показатели также изменялись в лучшую сторону, повышалось количество тромбоцитов, увеличилось время свертывания крови, и результаты были лучше при лечении больных с помощью озонотерапии. Исследовали состояние микроциркуляции. Микроциркуляция активизировалась при лечении озоном значительно более эффективно, чем при традиционном лечении. И лучшие результаты были в третьей группе больных. При необходимости проводилось данным больным оперативное вмешательство. Уровень ампутации был значительно выше в первой группе больных при проведении традиционной терапии. Значительно меньше было осложнений со стороны ран при лечении больных с помощью озона. Вторичная хирургическая обработка также проводилась значительно реже во второй и третьей группах больных, где проводили лечение с помощью озонотерапии. Число реампутаций панцезов с глубокими отморожениями в общем числе оперативных вмешательств было значительно выше при проведении традиционного лечения. Таким образом, холодовая травма является актуальной социально значимой проблемой, основную часть структуры которой составляет отморожение. В структуре пострадавших преобладают лица мужского пола и трудоспособного возраста. Локальная холодовая травма сопровождается высоким процентом временной и стойкой утраты трудоспособности. Средняя продолжительность стационарного лечения пострадавших за анализируемый период времени составила 21 день. На фоне локальной холодовой травмы отмечается повышение уровней CD31, CD62 и PL и индекса Блебинга лимфоцитов в плазме крови пострадавших. Максимальная концентрация исследуемых маркеров регистрируется в раннем реактивном периоде. Использование медицинского озона в лечении больных с отморожениями оказывает коррегирующее воздействие на эндотелиальную дисфункцию, возникшую в результате криоповреждения, гипокоагуляционный эффект на тромбогенный потенциал крови пострадавших, а также способствует улучшению состояния микроциркуляции и сокращению продолжительности госпитализации пострадавших. Оптимальная схема лечения пациентов с локальной холодовой травмой, анализируемых в рамках исследования, является схема, основанная на применении большой аутогемотерапии с озоном в составе базисной терапии. Применение оптимизированного комплексного лечения позволяет значимо снизить количество местных инфекционных осложнений, вторичных хирургических обработок и ампутаций у пострадавших с отморожениями, а также сократить продолжительность их пребывания в стационаре с 22 до 15 койко-дней в среднем. Спасибо за внимание. Спасибо. Пожалуйста, вопросы есть?
спасибо за сообщение, очень интересно. Скажите, пожалуйста, все-таки вот озонотерапия, значит, с одной стороны физраствор и или большая аутогема, с другой стороны озонит масло. Вот группы вы составили не очень, вот как бы вот. Вот вы можете сказать, что все-таки больше дает эффект? Вот масло озонит, то есть местное лечение препаратами на основе озона, или все-таки системная терапия? И если все-таки это озонит, то сейчас величайшее множество ранозаживляющих препаратов. Это просто... То есть хоть какое-то сравнительное... Вот есть у вас свое мнение по поводу озонита? Насколько оно эффективно вот, в плане лечения гнойных ран? Ну, если вы обратили внимание, вторая и третья группа, где проводилось лечение с помощью озона, и там применялось озонированное масло в комплексном лечении. То есть там отличия никакого нет абсолютно. Вот. Так, по результатам лечения аутогемотерапия показала лучшие результаты в конечном итоге. Вот поэтому ну, то, что получилось, мы представили. Ну, то есть в большей степени все-таки вы на системную. То есть системная терапия в большей степени... Ну, системная озонотерапия – это внутривенное введение озонированного физраствора, это системная озонотерапия и большая аутогемотерапия. Мы раздельные группы сделали. Вот, там, где большая аутогемотерапия, результаты получились несколько лучше. Я вот себя спрашиваю, и спрашиваю нас всех коллег, мне хочется все-таки реально понять, насколько важна системная терапия или все-таки местная терапия, понимаете? Важно вот и то, местная. И другое. А в большей степени одно что? Другое не сколько процентов того, сколько другого, как бы. Ну, есть у каждого личный опыт лечения больных. Ясно, я понял. Различные методики, различные препараты. Понятно. Спасибо. Поэтому нельзя говорить, что вот важна системная озонотерапия или важно локальное лечение. И то, и другое важно. Потому что локальное может тут же перейти, вернее, да, локальное может перейти к системным каким-то осложнениям. Тот же сепсис может проявиться, высокий уровень эндогенной интоксикации. Поэтому тут ну, никак нельзя дифференцировать. Я скажу, 100% необходимо системную терапию проводить и 100% локально за больным следить, рано обрабатывать. А вы могли бы получить те же самые, в общем-то, весьма неплохие результаты и используя общую, то есть большую аутогемотерапию, либо капельницы, плюс что-либо не озонит, что-либо из ранозаживляющих препаратов? Ну, я говорил уже, что больные получали традиционное лечение, и там, где мы считали возможным, мы применяли вот именно вот методики озонотерапии. Это в зависимости от стадии раневого процесса, там первая, вторая стадия, вы же понимаете, там и фаза экспирации, и фаза пролиферации идет. Тут надо ну, дифференцированно каждому больному подходить, каждый больной индивидуален. Спасибо. Но выборки определенные сделали, но такие вот результаты получились. Сергей Владимирович, спасибо вам огромное. У меня вопрос по концентрациям. Какова концентрация озона и в физрастворе, и при большой аутогемотерапии? Вот, в физрастворе это 2,4 миллиграмма на литр концентрация была. Вот, а большая аутогемотерапия, ну, там мы применяли концентрацию 10 миллиграмм на литр, где-то в пределах на 300 миллилитров, на 150 миллилитров крови, 70 миллилитров озонированного физиологического раствора. Озона. Озонокислородной смеси, извиняюсь. Так, пожалуйста, еще вопросы. Ну, концентрацию на объем умножить, доза получится. Мой вопрос такой. Как вот вы подбирали больных в эти группы? Ведь под холодовой травмой много чего можно понимать. Чуть-чуть там щека приморожена, холодовая травма. Такие ужасы, какие тут вот у вас указаны. У нас больная тяжелая травма. Больница работает по неотложной помощи, поэтому здесь... Брали больных, ну это, как правило, вторая, третья степень отморожения, редко там четвертая попадалась. Но старались, чтобы по площади поражения, по тяжести состояния, по сопутствующим заболеваниям больные были сопоставимы. Угу. Ну понятно, то есть за критерий бралось что? Площадь поражения или что? Степень отморожения, тяжесть состояния больного. Ладно. Уровень эндогенной интоксикации. Сопутствующее заболевание, то есть все в комплексе оценилось. Спасибо. Так, вопросы все, наверное? Нет? Все, спасибо, Сергей Владимирович. Пожалуйста.